В Берлине встретились две железные леди современной Европы, Ангела Меркель и Тереза Мэй. Для британского премьера поездка в Германию стала первым в новом качестве иностранным визитом. Главной темой встречи ожидаемо стал предстоящий выход королевства из Евросоюза. По данным Меркель, переговоры о Брексите невозможны, пока Лондон не запустит исполнение 50-й статьи Конституции Евросоюза. Она регламентирует порядок подачи заявки на выход из организации. Британские власти формально пока ее не подавали. Дэвид Кэмерон оставил это на откуп своей преемнице. Но немецкий канцлер призвала как можно скорее сформулировать формат отношений между Лондоном и Брюсселем. Никто не хочет неопределенности, ни британское общество, ни страны Евросоюза. Все заинтересованы в том, чтобы тщательно подготовиться к выходу и прояснить свои позиции. Я четко заявляю, Брексит значит Брексит, и Великобритания намерена завершить этот процесс. При этом хочу подчеркнуть, что мы не уходим от наших европейских друзей.